Оказаться по другую сторону экрана мечтают многие. Наконец-то у харьковчан появилась такая возможность. Универсальная школа журналистики и телевидения на базе телеканала R1 и издания «Вечерний Харьков» открывают свои двери для новых слушателей. Это уникальный образовательный проект, который позволяет получить фундаментальные знания и практические навыки работы в сфере журналистики, телекоммуникации и интернет-пространстве. Занятия для наших студентов проводят практикующие специалисты медиасферы в действующей телевизионной студии. В течение 4 месяцев ученики универсальной школы журналистики изучают основы теле-, радио-, интернет-журналистики, фотомастерство, медиаграмотность, риторику и коммуникации, самостоятельно создают и запускают сайт или блог, готовят медиаплан рекламной кампании, а также разрабатывают стратегию интернет-рекламы. Наши выпускники имеют высокий потенциал и большие возможности в будущем получить интересную работу и кардинально изменить свою жизнь. Универсальная школа журналистики уже выпустила 2 группы и продолжает набор слушателей на новый курс, который стартует уже в сентябре. Заявки принимаются до 25 августа 2016 года. Не упустите свой шанс стать успешным!